Всем привет! Сегодня у нас интересный дизайн. Долго мучилась с названием, спрашивала вас. И все мы дружно решили оставить старое название под одеялом. А что там будет под одеялом, это уже ваша фантазия. Итак, я возьму белый фон. Это строительный корректор Hard White. Им можно укрепить, выровнять и выстроить архитектуру. Сушим мы его 30 секунд. Также берем аксессуары. Я взяла бульонки розовое золото. Здесь 6 размеров шариков и маленькие стразы. Их также в упаковке 6 размеров. Берем густой топ или крепкую базу, или клей гель для страз и устанавливаем наши аксессуары в центр ноготка. Я решила взять максимальный размер бульонки, чтобы вам показать самый сложный вариант. Гель пластилин белого цвета. Катаем жгутик, не тонкий, и укрываем как одеялом наши аксессуары. Возьмите кисть для лепки, колонок, лепесток и слегка прижмите жгутик к поверхности. Апельсиновой палочкой, смоченной в спиртовом растворе, стягивающими или еще можно сказать размазывающими движениями стираем крайнюю границу жгутика. Теперь нам нужно кистью сгладить неровности, которые остались после палочки. Не забывайте смачивать кисть антисептиком, чтобы материал не подлипал к инструменту. Можно край одеяла сделать более рельефным и чуть больше приподнять. Ну, это на ваше усмотрение. Сушим в лампе, берем цветной гель-лак и покрываем им одеяло, оставляя край белым. Тонкой кистью доводим покрытие в зоне кутикулы. Топом покрываем поверхность ногтя. Я покрываю тем же топом, так как в нем есть UV-фильтры, и для белого покрытия он замечательно подходит. Наш белый цвет в процессе носки не пожелтеет. Тонкой кистью аккуратно подводим топ к стразам, бульонкам и к краю одеяла. Не заливайте сильно топом рельеф. А для одеяла я выбрала матовый топ.
Вариантов воплощения этого дизайна очень много. С нетерпением жду ваших отработок, ваших шедевров. Отмечайте меня. Мне всегда очень интересно, что у вас получается. На коротеньких ноготках, конечно же, такой объем не сделаешь, поэтому берите аксессуары помельче и не приподнимайте слишком сильно край одеяла. Также можно поменять этапы, сделать сначала одеяло и уже потом подвести под его край ваши аксессуары. Всем приятного творческого процесса. Буду благодарна за ваши сердца. Ссылки на материалы в описании. Всем пока!